Russia's lower house of parliament has passed a new bill that would allow authorities to confiscate property of anyone spreading what it calls false information about the army. The measure will also apply to those found guilty of discrediting the armed forces, those calling for sanctions against Russia, and those found guilty of inciting extremist activity. The proposed law does not appear to include real estate among the assets that can be seized, but does include money and valuables. The bill still needs to be approved by the upper house of parliament and President Vladimir Putin. This comes as the government cracks down on dissent after Moscow sent troops into Ukraine nearly 2 years ago. За нашу страну, погибающих за нашу страну, за семьи. Почему нет закона, который защищает их? Почему нет закона, который наказывает негодяев, плюющих в спину, втыкающих нож нашим бойцам, солдатам и офицерам? Почему нет закона, который бы наказал их так, чтобы неповадно было? Многие ведь из них выехали за пределы государства и оттуда льют грязь. А как можно воздействовать? Сегодня такая возможность появилась. Конфискация имущества, потому что имущество здесь осталось. Дворцы, бизнес и многое другое. Тот, кто смотрит в виде примера на Соединенные Штаты Америки, давно бы уже там. Тех, кто критикует страну в такой ситуации. А в связи с нашей судебной системой, признаюсь, несовершенной, и мы все это понимаем, как и в любой стране, под это могут попасть невинные люди. Поэтому любое подобное явление и проявление все-таки лишает человека своих прав, да, и опять-таки дойти до истины здесь сложно. Ну, я считаю, что дискредитация армии – это больше моральный ущерб стране, чем физический, и вследствие этого, скорее, это уголовная ответственность. Либо административная, либо какое-то ограничение. Да, возможно, у человека, если это публичная личность, то ограничение на выступление, вот это вот все. Но если касается имущества, я думаю, что нет, это как-то некорректно немного. Ну, имущество обычно забирают за долги. За дискредитацию, ну, может быть, уголовная ответственность, но не имущественная. Ну, я считаю, что, во-первых, надо соблюдать законы, какие бы они были, если ты живешь в этом государстве. Сложный вопрос, потому что если ты нарушил закон, соответственно, должны быть какие-то последствия. Вот, то есть я исхожу из этого. Если ты живешь на территории этого государства, ты должен соблюдать его законы в первую очередь. Ты гражданин, посетитель, турист, экспат и так далее. Склоняюсь больше к ответу «нет», чем «да». Все-таки дискредитация армии – это не то, за что стоит отбирать имущество. Все-таки имущество – это то материальное благо, на которое человек копил годы, а может быть и десятки лет. И в этом нет смысла. Дискредитация армии – срок, уголовное дело, тюрьма, но не конфискация имущества.